О, я даже до потолка достаю. Охренеть можно. У меня от таких домов рвотный рефлекс. $975 000. Два домика на участке в 10 тысяч скверфит. Здесь что-то сделать можно? Здесь я столько могу сделать, просто охренеешь. Руслан, вы считаете, что можно к октябрю уже что-то построить? Я же специалист в этом. Суббота. Элитный риэлтор Диана. Классно. Так, в общем, у нас дом типа сарай. И мы его сейчас будем смотреть. Сразу видно, что в доме есть изоляция. Это здесь стрельнул. Элитная труба. Вот папин кабинет. Пожалуйста. Провода. Элитная проводка. А, ну вот это пристройка как раз. И здесь вот был гараж. А здесь можно повеситься, если что. Личный и чувак. Так, комната номер один. Комната номер два. Комната номер три. Человек невысокого роста, у меня рост 174 сантиметра. Но я... О, я даже до потолка достаю. Охренеть можно. Вот это такие дома, где я достаю рукой до потолка. Так, у нас тут должна быть система великая HVAC. Ну и, конечно же, термобрайн. Блаженная. Что у нас тут? 5 бедрумов доходов. 5 бедрумов, да. Проводка, конечно, просто от бога. А там в офисе 5? 5 комнат, Румья. 5 комнат. 2 туалета. Можно даже отдельную игровую. Можно даже сдавать, если что. Ну, это просто, конечно, элитная недвижимость. Да. Пластиковый кавер. Кстати, пол кривой такой. Я прямо здесь сейчас поднимаюсь. Такая горочка. Это очень перспективно. Двор просто. В каждой комнате установлена система кондиционера. Охренеть можно, тут вообще. Ты видела, да, как это сделано? Да, да. Тут вот только вот это вот душ и все? Нет, еще там ванна есть. Просто. Это потому что пристройка, вот здесь вот это было раньше туалет. Вернее, не туалет, это был раньше гараж. А посмотри, как поставили микроволновку. Да, это очень элитно. У меня от таких домов рвотный рефлекс. А, здесь я уже не достаю до потолка рукой. Там были комнаты, где я прям рукой до потолка доставал. Это где было? В новой части дома, да? Там, где был этот гараж. Вот здесь, походу, ты доставал? Нет, здесь я не доставал. Но я достаю до этого косяка. Ну что, берем? Ну, здесь что-то сделать можно? Здесь я столько могу сделать, просто охренеешь. Я могу, на самом деле, все вот это вот говно и чувак выкинуть и сделать охрененную и чувак-систему Ductless, мультизонную. Не, я по поводу планировки. Планировки? А я бы здесь снес. Потому что, смотри, получается, стиралка на улице, да? Это вообще нет. Этого штука я здесь сразу бы снес. Во-во, это очень сложно так ходить. Поворачивай, там врежешься. Там ванна, да, там не снесешь.
ванну разрезать. О, кстати, элитная недвижимость. Что элитная? Элитная недвижимость, говорю. Да. Ребятушки, это дом за сколько? За 950 тысяч долларов. Ого. Это просто жесть. Я валяюсь. Так, смотрим, какую цену они просят за этот дом. 888 тысяч. Но если в целом дать за этот дом 888 тысяч, выкинуть все это говно, кондиционеры и прочее, поставить сюда дактлес, сделать нормальную электрику, раздраконить здесь стены полностью, электрику сделать, да. Еще раз пойдемте проверим улицу с электрической панелью, что творится. Здесь, когда в каждый дом приходишь, ты начинаешь как бы представлять, что бы ты с этим говном сделал. Потом это говно уходит. Ты на себе уже нафантазировал, сделал какое-то умственное напряжение, и потом дом ушел. Здесь газовая труба элитного типа. Элитная. Да, здесь надо все снести, продолбить, разнести. Это, конечно, пиздец вот это вот, конечно, это просто элитная хрень. Смотрим электрическую панель типа Зинска. Ну, нормально. Это нормально. Есть интернет, AT&T, газовый ввод, газовый вывод. Дерево, который будет препятствовать установке солнечных панелек. Такое себе говнецо. Поехали! Так, элитная недвижимость. 975 тысяч долларов. Два домика на участке в 10 тысяч скверфит. Прямо рядом с трассой. Очень можно быстро выехать, заехать. Просто космическая площадь, территория. Конечно, здесь, блин, этот, находится клоповник. Вполне себе симпатично. И отсюда можно заезжать во двор. Интересненько, интересненько. Ну, кстати, вот она территория. Вот она. Сюда можно на нее заезжать. А это уже другой дом, где здесь получается 6 квартир. Да, 6. Это сиксплекс. Мне определенно это нравится, друзья мои. Деревья классные. Ну, да. Ну, громко. Ну, извините. Строить надо лучше. Изолированные дома. Фон, конечно, здесь просто космический. Блин, конечно, жесть. Как же тут жить? Прикольно. Грустно, конечно, выглядит это все. По чесноку, так сказать. Деревья здесь, конечно, такие грустные. Улица просто пушка. Здесь просто можно играть в футбол с соседями. Под шум вот этого безобразия. Новости. Просто breaking news. Сегодня с утра продавец того дома, который смотрели вчера в даунтауне Сан-Хосе, принял
офер на 975 тысяч долларов на покупку дуплекса, то есть участка с двумя домами. И сейчас как раз я на него подъезжаю. Как видите, тут очень красивые флаги висят, радужные. Так что, ребятушки, вот такие вот дела. Вот вам, пожалуйста, сразу описание района, куда мы, блеха-муха, купили дом. Полиция тут, все весело. Конечно, это да. Прикольно тут, кстати, машины так ставят. Это, наверное, те люди, которые здесь, в этом доме живут. Я думаю, я тут наведу порядок. Или со мной наведут порядок. Одно из двух. Потому что вот это вот безобразие, это надо прекращать, я думаю. Потому что у меня тут большой градостроительный план в голове возник. Как его, конечно, осуществлять, это другой вопрос. Румия сейчас тоже должна приехать. И она сюда хрен припаркуется, мне кажется. Но если я аккуратненько сюда вот так вот заеду, то может быть очень даже ничего. Еще раз вам показываю хоромы. Да, тут, конечно, как не строй забор, тут все равно будет громко. Вот идут мафия. Bedroom in here, kitchen, living room. Wow, какая тут труба классная. Классный fuse box. Wow. Neo. Кондиционер тут. Видеоустановленный. Вау. Very nice. There's a laundry room over here on the outside too. All right. So basically the lot is just right like that, yep, right? Exactly. Okay. It goes all the way back, all the way around. So my understanding that the legal border of the lot goes like this up to that fence. So this portion belongs to this lot, but at the same time, since you are going to use this driveway on the neighbor, probably the neighbor wants to use this portion of the lot also for turning around at least. They've known, maybe if he's reversing a big truck or something like this, but they never park here or anything. I don't think they will want you to park here. Me? I won't. Вот такая вот огромная бальдурина. Прикиньте. Hi. Hi. How are you doing? Good, thanks. How are you? Good. I have cats, so. Hi, cats. Oh, here's the bathroom. Sweet. Так, здесь кошетник. Окей. Здорово. I do like it. Will the stuff stay here or they will take it after they move out? This is all their stuff, so they take it out. Yeah. Okay. Are they going to move out already or what? In end of July. Okay. That's fine. End of July is okay. So, did you start to get any permits or you just had a project on the, as I saw on the... For like ADU? Yeah. Yeah, so we just had a third party company who builds ADUs, that's all they do, come and assess the lot
They looked at it, they took all the measurements. This is perfect. You won't have any issues in San Jose because you're within walking distance if to a bus stop. If you start it, it has to be a part of the disclosures. We haven't signed any contract or anything. No. Мне очень нравится. Да, место, я считаю, очень перспективное, да? Огромный лоб. И я уже, по-моему, упоминал, что в соответствии с новым законом, который, я не думаю, что будет действовать долго, его, скорее всего, отменят, что можно в городах делить лот пополам и на каждой половине ставить дуплекс. Да. What I imagine to do, it is take it out this house and to build the house like that, this side, the long, and to put like the third house here, and good to go. Yeah. And what I thought, because I saw there the burnt fence, and I will just make the brick fence as I usually making front of the freeways, right. Just for more safety. Yeah. Я сделаю все по пермитам, все четенько. Здесь вот сделаем огромный такой домик. Как он будет числиться? Если ADU, размер ADU не может превышать размер основному дому, значит, то есть он должен быть меньше, чем основной дом, по-моему, на 40%, но не менее там 800, то есть они должны гарантировать 800 с чем-то там квадратных футов. Okay. Вот, поэтому... Чтобы сделать ADU большое, надо, чтобы основной дом был большой. Вот в чем дело. Ну, значит, что-то снести придется. Do you know what's behind the fence? Yeah, it's one owner owns that. Uh-huh. They have a food distribution company. Oh. So they have a lot of... it's not storage, but they actually prepare a lot of food back there. So you'll smell like barbecue. Yeah. Oh, interesting. Any other questions? Что, классно? Luxury. Luxurious. Let's go. Let's do it. То, что здесь будут строить, это я... Ну, у меня есть фреймер, бетончик, руфер. Ну, те, кто делали Моцарт, я их всех заново соберу. Что, пушка? Все, заезжаем сюда. Я в восторге по лицу вижу. Главное улыбка. Первая стадия. Что за херня? Неприятие, да? Потом что там? Отторжение. Не, ну на самом деле мы сейчас еще живем до какого? До ноября у нас аренда есть в Фимберлей. До октября. Потому что это, если начнем, если мы даже в течение 60 дней закроем сделку, это будет прекрасно. Руслан, вы считаете, что можно... К октябрю уже что-то построить? Я же специалист в этом. Это полгода всего. Так, да? Нет, ну получается сколько? 8 месяцев. Это ерунда. Так это фрейм, это вообще херню, это дома строить, это бум-бум-бум, молоточком постучал и все. Да я понимаю, главное получить все, там задержки, в чем, когда начинаются? Звонишь инспектору, значит, проверьте фрейминг, приеду через 2 недели. Не-не-не-не, в Сан-Хосе очень быстро. Серьезно? Конечно. Они прям приезжают через 2-3 дня. И сколько ящиков коньяка это стоит? Это нет, ничего не стоит. Мы же работаем, у нас инспекция проходит чуть ли не каждый день, 3-4 штуки. Здесь очень классно в том плане, что оно всегда сдастся. Конечно. 100%. Я даже, если мы сейчас даже сами, сами жить не будем, например, да, мы всегда будем это сдавать. Я даже думаю, что через 2 года я его хрен продам. В том плане, что я его не буду продавать, потому конечно, что это будет доходное место. Да? Да. Совершенно верно. Вот с этим нужно как-то решать. Это я здесь построю забор. Нет, и все. Вот, здесь... Он уже сказал, что он все это перекроет, проезд сделает вот там вдоль забора. Вот тут все. Вот будет большой проезд, вот такой вот, дальше. Возможно, кстати, можешь дорогу сделать именно с той стороны. Если... С той стороны? Забор. А многоэтажное здание слабо построить? Не слабо. Вот я могу точно такое же построить, вот эту мандулину. Сиксплекс. Что я хочу? Я хочу построить просто побольше здесь дом. Потому что здесь, например, этот 762. Мы его, например, снесем, либо тот, либо другой. Но я думаю, больше тот на данный момент. Но на самом деле мне вот этого расположения, вот этого дома не нравится тем, что да, оно прям посередине. Стоит, он да. Прям посередине. Если мы его просто сразу трактором сравняем, здесь сразу ставим забор,
можно сразу, я не знаю, снести тот. Я понял. То есть я понял, какой application надо подавать в сети. Надо application подавать в сети на строительство нового основного дома. Да. Вот. А это IDU будет. Да. Стоп. Но правда, сам ТАЗЭ могут что сказать? Они могут сказать, если это основной дом, то вы будьте любезны от заднего этого линии отступите как минимум 15 футов. Да тут есть они? Тут не так мало. Тут можно даже этот дом построить вот так вот. Криво, вернее, вот параллельно забору. Можно. Отступив 15 фит. Нет, не от того. От того всего лишь 5 футов. Окей. Это боковая сторона считается. А вот задняя, это вот это. Короче, ребятушки, все. Вот такие вот новости. Можно сказать, что дом куплен. Сейчас попрет контент, можно так сказать. Да, 60 дней где-то будет занимать этот процесс перехода собственности, пока там ипотеку одобрят, еще что-то сделают. Завтра у нас президент дэй, выходной, и послезавтра будет уже переведен мною депозит в 3%, это около 30 тысяч долларов. Так что вот так вот. То, что поддерживали, я понимаю, что то, что вы увидели, то, что я купил, это немного не то, что бы хотелось вообще представлять под словом «дом». Но есть огромный потенциал, поэтому я сейчас начну рисовать весь этот участок, эти домики, и буду представлять, как можно расположить там домик. У кого есть какие мысли, пожалуйста, пишите в комментариях, а я обязательно их рассмотрю. Если у вас есть более умный комментарий, либо вы можете подсказать, как мне лучше запланировать это все. Есть определенные нормы градостроительные в городе Сан-Хосе, поэтому их нельзя нарушать. Обязательно будет приглашен архитектор, либо еще кто-нибудь. И поэтому пока! Увидимся с вами в Америке. Пока-пока. Перчатки твои, сейчас я тебе дам перчатки.